Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию в Украине. В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава 14-й резервной бригады вооруженных сил Украины на Артемовском и Авдеевском направлениях. Истребительная авиация ВКС России, сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Дракова, Сулиговка, Андреевка, Бабенкова, заводы и Лепчановка в Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичан в воздухе перехвачено 4 снаряда реактивной системы залпового огня. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 3685 единиц ракетных мин, 4200 боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3890 орудий полевой артиллерии миноколов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники.